находимся на самом большом хакатоне по программированию квадрокоптеров. Это коптер HAC-2019, который организовывает компания COEX. В этом году здесь огромное количество ребят, команд со всех России и даже из других стран. И хочу отметить, что уровень проекта существенно вырос, то есть ребята делают реально крутые, сложные штуки с автономным полетом квадрокоптера. И скоро будет презентация, мы увидим. Я думаю, будет очень сложно кому дать первый приз. Количество спонсоров также возросло, сумма призов также возросла. И это огромный шаг для развития нашего комьюнити по летающей робототехнике. Было очень много интересных инженерных решений. Народ притаскивает дирижабли, реактивные двигатели. Это все очень круто. На прямой отбор на хакатон заявилось больше 50 команд. Это значит, что итоговые проекты будут очень интересными. В этом году на хакатон пришло очень много интересных ребят. Их было настолько много, что нам даже пришлось отбирать самых лучших из них на квалификации. Очень многие владеют разными техниками компьютерного зрения. Они могут сделать так, чтобы дрон начал распознавать какие-то объекты и следил за ними. Я считаю, что это очень перспективное занятие и рекомендую всем заниматься робототехникой. И удачи всем нашим участникам на хакатоне.